Вот такая у нас красота перед подъездом в Москве. Вот, посмотрите. Все зелененькое, цветет. Все просто благоухает. Вот, посмотрите, далее. То же самое. Вот, смотрите, корзины с цветами. Обещают, да, обещают похолодание даже до 0 градусов, но ниже 0 не будет. Кстати, я вам хотела сказать, в Воронеже будет -1 градус на следующей неделе. В понедельник, по-моему. А здесь нет, в Москве ничего такого не будет. Никаких заморозков. Вот, видите, все в цветах. Вот такой у нас подъезд. Вот такая у нас красота. Это наш дом. Видите, он какой. Буквой Г он сделан. А здесь мы и живем. Ну, я-то тут снимаю, конечно, квартиру, а так остальные люди тут, может быть, собственники. Не знаю, кто тут живет. Но самое главное, что вот такая красота. Вот этот ремонт сделали. Ну, буквально недавно, я не помню, наверное, месяц или два назад я вам показывала. Все тут подняли, вот эти вот полусферы куда-то посложили их там аккуратненько. Вот, была плитка, теперь почему-то сделали асфальт. Не знаю почему, может так удобнее. Вот, тут еще один дом, тут еще вот дома. Наш дом 12-этажный. Ну, вот кое-что, конечно, пожелтело. Кое-что. Я снимаю сегодня... Сегодня суббота. Тоже число-то. Не помню. Ну, неважно. Сегодня суббота. Вот я снимаю и сегодня, наверное, и выложу это видео в субботу. Какое число вы увидите сами. Не помню, вот честно, не помню, какое сегодня число. Счастливые часов не наблюдают, и чисел тоже. Вот видите, как вот эти вот листики немного пожелтели. Но так красиво. Вот здесь вот все, конечно, убрали рано утром, а сейчас вот, ну, там какие листики упали, и все. А так чистота полная. Вообще в Москве, смотрите, вот если едет машина по проезжей части поливальная, то она прям вот своим напором очень сильным сдувает всю листву, и это, потом ее дворники убирают. Вот так вот. Это вот в соседних подъездах. Видите, какие? В каждом подъезде по-разному. Вот так мы и живем. Дорогие мои друзья, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите комментарии, делитесь моими видео в соцсетях. Вам это не сложно, но мой ролик можно продвинуть. Большое вам спасибо за понимание. Всем привет, всем огромный привет и пока-пока.